Hi guys, welcome back to my channel. This is Russian is a Piece of Cake, and today we're going to learn Russian with Little Big on Evening Ургант Show. Little Big is a rave pop group from St. Petersburg that was supposed to go to Eurovision from Russia this year before it got cancelled. Their clip is the most viewed among all the participants with almost 60 million views, followed by Lithuania's video with over 6 million views. The first hours the clip came out, people started a challenge with the simple yet appealing dance move. What we're going to do now is we're gonna watch the show, and then I'm gonna walk you through the most useful words and expressions in it. Let's get to it! Год назад все начали шутить, что надо отправить Little Big на Евровидение, а сейчас вы уже представляете Россию на этом конкурсе. Как вы тогда воспринимали вот эти шутки и что вы думали? Когда вы всерьез об этом задумывались, как вы на это реагировали? В прошлом году мы реально отсылали песню с надеждой попасть туда. Угу. В этом году какую мы... песню? Другую? Другую. Совершенно другую. В этом году мы решили прикольнуться, отослать песню, ну, все равно нас не возьмут. Да. И тут... Раз нас берут, и получается так, что... А какой регламент? То есть нужно процесс какой? Ну, процедура. Нужно взять песню, отправить ее в оргкомитет, и никто никогда не отвечал. И тут вдруг ответили. Да, и тут так получилось, что Киркорова уже нет там. Нам ответили, да. И получается, что прикол вышел из-под контроля. Вот это. И начинаем. Опа, опа. Главное, смотрим в камеру. И лицо у тебя должно быть прямо вот невозмутимое. Прям ты самый главный во вселенной. Как вы тогда воспринимали вот эти шутки и что вы думали? Here we have two words to learn. Let's start with the first one. Тогда, yes, you probably already know, тогда as then, same as in this case. But it's not the only meaning it has, and it's not just then here. In this case, it's back then, like at that time. For example, тогда я не умела вязать, но сейчас умею. Let's take a look at a short scene from a TV series «Морская полиция» NCIS, using our word. Ты переспалась, чё? Ну и наплевать на него! Гарри, это было 100 лет назад! Я была тогда совсем другим человеком! Ты переспалась, Чукумчатни, прости, пожалуйста. Гарри, перестань! Мальчики, осторожнее. Гарри! Next phrase we have here is воспринимать, meaning to take as to perceive it. There are many expressions formed from this word. Ургант uses the expression to take a joke, воспринимать шутки. In the past plural form, воспринимали шутки. Let me teach you another expression, воспринимать критику, to take criticism. And it's not just to take, but to be open to criticism, to accept it. For example, тебе надо научиться воспринимать критику. You should learn to accept criticism. By the way, remember that воспринимать is imperfective. Нужно воспринимать нормально критику и делать то, что хочет клиент. В прошлом году мы реально отсылали песню с надеждой попасть туда. There we have two verbs, and the first one is отсылать. You probably already know its synonym отправлять, to send. But today we're talking about отсылать, which Илья uses in past tense, отсылали. Note that this is the imperfective form, and the perfective would be отослать, which was used in the scene we've just watched. В этом году мы решили прикольнуться, отослать песню. So in short, if we use отсылать, we're focusing on the action, while using отослать, we're focusing on the result. For example, преподаватели отсылали задание всем вчера. The teacher sent the exercise to everybody yesterday. Я уже отослала все письма. I've already sent all the letters. Let's look at one more example from «Как я встретил вашу маму», «How I met your mother». Я помню тот вечер перед отъездом. Они решили мне устроить прощальную вечеринку. Подарили мне фотоаппарат, чтобы я делал фотки и отсылал их домой. В прошлом году мы реально отсылали песню с надеждой попасть туда. Next word we have here is попасть. Simply means to get somewhere. Example. Я никогда не попаду в колледж, если не закончу с отличием. I'll never get into a college if I don't graduate with honors. Note that the verb попасть is perfective. Take a look at the movie from 1963, Королевство кривых зеркал, which in English would be Kingdom of Crooked Mirrors.
же вы попали в эту корзинку-то? В этом году мы решили прикольнуться, отослать песню. Прикольнуться. To joke or to mug around. When you're messing around or just having fun. For example, зачем ты подложил кнопку под стул, учительница? Я просто хотел прикольнуться. Why would you put a drawing pin in the teacher's chair? I just wanted to joke. Yeah, by the way, прикольнуться is perfective. Here's how this verb is used in a TV series called Eastbound and Down, or на дне in Russian. Да ладно, подумаешь, прикольнулся немного. И тут раз нас берут, и получается так, что... И тут раз? This is a very good phrase to use when you're telling a story, and you want to emphasize that something unexpected happened. In English it would translate as all of a sudden. Here's an example. Я только хотела позвонить ему, и тут раз, он пишет мне сам. I was about to call him, and then all of a sudden he sends me a message himself. Take a look at how this phrase is used in a documental movie about an English singer Lemmy. Да, это тот самый Lemmy из Motorhead. Они не верят. И тут раз за барной стойкой сидит сам Lemmy. Нам ответили, да, и получается, что прикол вышел из-под контроля. Выйти из-под контроля means to be or get out of control. Pay attention to the preposition из-под, out of, that we always use this expression with. Выйти itself, to get out, is perfective and is also irregular. More often, this expression is used in the past form, so it'd be вышел as masculine, and then the feminine would be вышла. For example, мы устроили вечеринку, но ситуация вышла из-под контроля. We threw a party, but things got out of control. Let's watch a short scene from «Втайне от родителей» The Secret Life of an American Teenager for one more example. Я люблю танцевать. As well as и люблю другие вещи, However, но это вышло из-под контроля. And our last expression for today. И лицо у тебя должно быть прямо вот невозмутимое. Невозмутимое лицо. That's kind of a serious face with no smile. We can call it a straight face or a poker face. And it seems like Иван Ургант is making it really well. Let's see how this expression is used in the romantic comedy film Prince и я, Prince and Me. Мы прекрасно проведем время. Я его уже прекрасно провожу. Тебе тут плохо, Сурон? Почему вы так решили? Не знаю. У тебя всегда такое невозмутимое лицо. Ты хоть умеешь улыбаться? Да. Alright, guys, today we've learned quite a few verbs and expressions. Please let me know in the comments below which ones were new to you. If you find this lesson useful, give it a thumbs up and make sure you hit that subscribe button. Thank you very much for watching, guys, and see you soon. Увидимся в следующем видео. Ребята, пока-пока!